Это скамейка в три доски, на которой сидят местные пенсионеры, возможно, доживает свои последние дни. Если ее не разберут, то популярность единственного места отдыха на три двора все равно сильно упадет. Буквально на следующей неделе здесь установят столы, скамьи и многое другое, чему положено быть, в общем-то, в каждом дворе. Но здесь это появится благодаря чаяниям депутата. Ну, накануне выборов, перед выборами, много было встреч с местными жителями. И депутатом Панариным Александром Александровичем было много обещано сделать по этому двору, вот по этому двору. В настоящее время заготовки, то, что обещанного, значит, песочницы, турникеты, столы, скамейки, они все заготовлены, покрашены. И мы планируем на будущей неделе в солнечную погоду совместно с жителями этого двора, значит, да, произвести здесь покраску, установку этих всех, то, что приготовили. Этому дворику, что находится между домами Подорожной 57А, Б и Карла Маркса 4А, можно сказать, повезло. Здесь подростковый клуб «Октава» проведет акцию «Чистый двор». Материальную помощь окажет депутат этого округа, а вот физически поработать, покрасить просят жителей. Последние предстоящим переменам в общем рады. Правда, на вопрос, придут ли помогать, отвечают как-то неуверенно. Ну, наверное, если дом будут, так обязательно. Если позовут, то будете работать, да? Можно. Акции «Чистый двор» в этом году исполняется 5 лет. Ее участниками за это время стали сотни жителей, десятки депутатов и, конечно, педагоги и воспитанники «Октавы», которые придумали акцию. И теперь, как и 5 лет назад, вновь призывают жителей принять в ней участие. Естественно, конечно же, все это будет проводиться красочно, празднично, с концертными номерами. Я думаю, что многие жители города не откажутся, обязательно выйдут и поддержат нашу акцию, потому что я думаю, что все-таки город начинается, каждый житель осознает, что его дом начинается с его двора. И какой ваш двор, это ваше лицо, лицо нашего города, лицо каждого жителя нашего города. Благодаря акции в свое время привели в порядок не один десяток нефтекамских двориков, но еще больше ждут своего часа. И каждый житель, в общем-то, сейчас вправе спросить у своего депутата, когда и у них будет такой вот праздник. Лилия Гарифуллина, Ильшат Исламов. Время новостей.